Теперь мы идем на вторую голубятню. Проваливаемся. А как собачку-то зовут? Шарик. Шарик? Шарик, ваше благородие. Ух ты, звонок даже есть. Ты смотри-ка, как они тут все сделали. Ух ты, отмосточки. О, мы это все... Да-да, я видел все это. Так, что у нас тут? Стекло разбилось чуть-чуть. Ага. Так, ну здесь, здесь что, форточки нету. А что случилось? Так, замок. Тут все закрыто. Все хорошо. Так. Тут сарай. Так, тут все закрыто. Ага. Туалеты. Тут овечки игоревские. Так. Зона закрыта, не откроется. Ух ты, новенькие туалеты. Так. Так. Ну тут что у нас? Тут все закрыто. Хорошо. Ага. Так, шарик. О, вот эта лестница мне знакома. Она еще из Курда, из Георгиевки, из Казахстана. Не знаю. Это что такое? Это корм, да? Один раз я до 36, по-моему, то есть. А так, видишь, они вот не дают посчитать. Как их посчитать-то? Раз, два, три, четыре. Ай. Раз, два, три, четыре. Ой, тут еще воробьи. Так, ну давай серых хотя бы. Раз, два, три. Семь. Восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ого. Трудно их посчитать. Ну, белых три. Четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну где-то штук 26 я так навскидку. Нет, ну я, может, и я ошибся, я-то вообще. Они все в движении, еще воробьи тут. Вот сейчас вроде 29 даже. Он там еще в ящике один сидит.
к ним есть лесенка? А, вот, повыше. Забраться, тогда можно подчетки посчитать. Опа. Так. Ага, попались голубки. Так, поехали. Раз, два, три. Ну ладно, пусть там будут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два. Тридцать два я насчитал. Там 1.33. Ага. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, четырнадцать, семнадцать, восемнадцать, пятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Сейчас 33 насчитал. Не, не могу их так точно посчитать. Ну, от 32 до 35, наверное. Ага. Понятно. Ну ладно. А они отсюда могут в тот перемещаться? Да. Я иногда там насчитывал 14. Ага. То бишь они как бы не принципиально. Сегодня тут заночевал, завтра там. Ну вот эти белые 9, они как бы постоянные там, наверное, прописаны. Ага. Ну давайте, голубки, с Богом оставайтесь, все. А? Так, Роман, ну ладно, я тогда еще обход сделаю вот этого второго, где ну, Павла. Дома, да? Ага. Давай. И все. Тогда вечером уже к тебе буду там эти вещи собирать. Что, уезжаешь? Ну сегодня, да, уже в ночь мы уезжаем. Шарик. Шарик, ну ты че? А ты шарик. Иди сюда, иди сюда, хороший такой. Ух, какой шарик. Молодец, охранник. Так. Ну что тут? Нам надо второй дом осмотреть. Так, здесь у нас что? Окошки целые. Тут электрика какая-то оборванная. Ага. Счетчик на месте. Тут закрытый щиток. А. Так. Получается, электричество подключено. Иосиф, привет! Thank you.
сугроб. Чем нельзя ногами, то можно на коленках. Так. Что у нас тут? Да. Так, тут какие-то инструменты. Да. Так. Паяльная лампа вот осталась. Под снегом. Что это? О, еще одна. Ага, так. Ну это не дело, куда бы их тут присунуть-то. Хотя бы вот сюда повешать. Без бензина. Ну что, идем дальше. Так, ну сарай тут закрыт. Тут тоже, видимо, закрыт. О, вот это я провалился. Так. Это что у нас? Это у нас музей. Ну что, тут счетчик, все завязано. Видно, что никто не лазил. Ну здесь тоже что. Тут вот следы какие-то в баню. Ой, следы. Следы заячьи, не в баню, а тут. Просто дырка такая, размочила тут все. Ну тут окошко целое. Так. Проходим. Музей. Исторический музей техники. Две телеги. А также снегоподгребалка. Так. Окошки. Вот эта комнатка, где бабушка Мария жила. Моя бабушка. Мария Егоровна. И старая телега деревянная. Такие вот отмосточки. Ага. Заборчик. Заборчик, тут все хорошо. Так, ну надо обойти. Хорошо. Ну тут окна все целое. Так.
вроде тоже все. Никаких видимых повреждений нету. Так, видимых следов присутствия человека нету. Что у нас? Ну, тут сарай какой-то. Да. О, я сейчас нахожусь на высоте почти метра полтора над уровнем земли. Вон там гречиха эта неубранная. Я провалился. Фу. Хорошо. Так. Что теперь? Вокруг обход. Еще такой был сеновал или что это было такое. Вот это застревание. Смотрите. Так, пытаюсь двигаться на коленках, потому что невозможно. Здесь сараи, видимо, тоже закрытые все. Вообще не получается идти, только ползком. Даже ползком не могу. Так, этот сарай из шпал сделан. Так, ну что здесь? Здесь только заячьи следы. Сказать, что человек тут? Да нет, не скажешь. Не похоже. Чтоб тут люди лазили. Так.
наверное, для таких случаев какие-то снегоступы приобретать. Или вес сбрасывать. Что мой вес 80 килограмм. На точку наступаешь вот такой ботинок, 46 размер. Я проваливаюсь. Но чувствуется, если бы килограмм 60 весил, наверное, бы поменьше проваливал. О, ну куда это? Все, полностью нога. Опа. Так, держимся за столбики. Опа. Ну, слава богу, вышел. Все. Что еще? Игнатий Тихонович домик глянуть. Сейчас глянем. Так. Вот подошли к домику Игнатия Тихоновича. Тоже снежка навалило, будь здоров, но тут такой более твердый. Можно шагать. О! Все заколочено. Сарай, дровник, углярка. Вроде бы все нормально. На первый взгляд. Так, ну и что уже? Тут и Надежда Васильевна. Домик надо глянуть. Вот это снег. Роман, это тебе, Валентин Тихонов. Да. Вот туда надо забираться? Да. Ага. Хорошо. Так, дальше идет с ограждением. Уже не выпадешь. Ух ты, ветерочек тут какой. Опа.
Так, голубки. У них тут снег. Наверное, прикрыть, чтобы холодно не было. Да не, открой здесь. Открыть. Так. Ну сколько их тут? Здесь обычно их есть. Так, вот я фонарик включаю. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. И 9. Ну да, тут прохладно. Что у них тут-то есть? Вот тут у них корм. Вот это надо постоянно, видишь, они постоянно чистить, да, подчищать. Где кушают, там и гадят, видишь? Есть вообще ощущение. Что-то подчищать. Ну и там я стараюсь дополнять, не знаю, сколько здесь, полтазика. Если морозы, я полный тазик не оставляю. Если погода такая. Они больше кушают, да, в морозы? Ну конечно, им же энергия для нагрева, поэтому они больше кушают. Ути, гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули. Кру-кру, прям такие поют песенки. 9 голубков. Роман, а вот это у них гнезда, да, вот так они как бы прям из кокулек делают и с этим. Вот это вот. Что, это гнезда же? Или это просто потом да, надо будет потом выкидывать? Ага. Не надо этого выкидывать, да, получается? Да, в принципе, здесь полтазика, да им по-любому хватит. Ты же через 2 дня, да, хочешь? Через день. Через день. Гули-гули, ну передавайте привет хозяину-то. Гули-гули. Ой-ой-ой, дерутся одна другую или как гладят, что ли. Угу. Это снег. Каждый раз добавляешь, да, снег? Да-да, свеженького. Угу. Они потом тут затопчут, они не будут пить. Вон че. Ну, как-то они выживают, да, вот в этой? Ну, потому что ну холодно, все равно холодно. Так. Все, спускаемся? Ага. Так, сейчас я маленький обзорный кадр. Высоты. Вот это вот черная. Так, давай я тебя закрою, чтобы холодно не было. Ага, все. Вот это прямо, да, вот это не скошенное. Ага. Слушай, а вот эти провода-то под напряжением, да? Ну да, получается, это же 220, да, рядом, смотри. Вот это вот все, вот это поле, вот эта гречка, вся не убранная, да? Это она пропала, да, все? Все, наверное, не пропало. Ну уже не знаю там. То есть, ну, урон большой. 50%. Какая она там будет, неизвестно. Ай-яй-яй-яй. Ну, поэтому он сейчас хочет убирать, у него уже сам занимается. Времени побольше не было. У него есть мотор такой. Хотя нам все, то есть воля Божья, Господь может как-то. Обычно, знаешь, это случается. Мы начинаем там петь, отчаиваться. А потом получается. Я подержу. Я уже Давай, а то у меня одна рука занята. Так, а потом вот эту опустить надо будет? А? Не надо. Не надо? Так. Оп.
вот домик Игнатия Тихоновича. А? Мыши, да? Крысы. Ага, да. Это слышал. Так, ну эта лестница хорошо держится. Молодец. Молодец. Ага. Там слишком темно было. Такие. Так себе, не ахти. Эй, привет! Ай, подожди, подожди. Ай. Ничего, ничего. Не сильно ты наступил. Что говоришь, где микрофон? Нет, а тут дырок нету, она герметичная. И ветер дует, не дует. Она как бы в том-то и дело, надо громче говорить, чтобы звук через корпус проникал. Даже когда ехал, сейчас я застегну.